Что касается древних символов, многие люди до сих пор приписывают сверхъестественные силы именно им. Знак креста, число 13, символы, что приносят удачу или неудачу. Но в какой момент символы добра превращаются в символы зла? Ты один из лучших моих студентов, но на одном интеллекте далеко не уедешь. Если б я знал, что это так опасно, пошел бы в библиотеку. Профессор Лэнгдон? Я ждал звонка от Питера. Он попросил меня предупредить вас. Алло? Вы раскроете великую тайну. Питер укажет вам путь. Это кольцо Питера. Что вверху, то и внизу. Питер, кое-что случилось. Ваш отец похищен. Я не знаю точно, что произошло. Я преподаю символогию. Скорее всего, вы найдете солнце, фонарь, ключ. Это рука мистерий. Он сказал, чего хочет? Чтобы я отыскал древний портал, спрятанный где-то в столице, и открыл его. Как у вас латыни? Хуже, чем с арабским. Вы случайно ключ на место не положили? Этот, что ли? А надо было положить? Скорее! Скорее, бежим! Вы же не думали, что все будет так просто? Каждый его поступок имеет цель. Мир сам хочет быть обманутым. Значит, так тому и быть. Это Роберт Лэнгдон. Преступник звонил ему. Я преподаю символогию. Он сказал, чего хочет? Чтобы я нашел древний портал, спрятанный в Капитолии. Вам это о чем-то говорит? Не говорила, пока не увидел это. Ваш отец, это его кольцо. Что происходит? Тот, кто забрал его, хочет, чтобы я нашел фрагмент древней головоломки. Римские цифры? Руническая вариация. Умники. Оно же вверх ногами. У меня есть нечто, что, по папиным словам, стоит дороже его жизни. Я пойду с вами. Одна завеса поднята, но под нею другая. Я же сказал, без посторонних. У него мой отец. И еще наемный убийца. Иначе он меня не остановит. Я хочу знать, как далеко зашел Роберт Лэнгдон. Это шифр. Всякий ищущий должен пасть. И я как-то больше по судоку. Я не остановлюсь. Это лишь начало.